Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции МВД России по Ленинскому городскому округу задержали 5 уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 38 лет, подозреваемых в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в помещения тепловых пунктов многоквартирных домов, расположенных в поселках Дрожжино и Боброво, откуда похищали дренажные насосы и электроприводы. В дальнейшем сбывали краденое, а вырученные деньги делили между подельниками. Сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей. За что вы задержаны сотрудниками полиции? Сказали, что это подозревают кражи с домов, с дома кражи насосов или чего-то такого. Угу. Вы вину свою не признаете? Нет, я и не виноват. По данным фактам, следователям Следственного управления МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.